Включи Овердрайв на Радиус FM. А вот вы знали, что 20 лет назад указом президента Республики Беларусь было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям. Профессия спасателя входит в список самых опасных профессий в мире, связанные с риском для жизни. Она требует высокой профессиональной выучки и самоотверженности. Сегодня Белорусская служба спасения располагает высококвалифицированными кадрами и современной техникой, что позволяет ей решать задачи любой сложности. К профессиональному празднику наших спасателей и пожарных, который отмечается, кстати, 19 января, мы проведем интерактивную викторину, розыгрыши, разыграем памятные сувениры от Минского городского управления МЧС. Победителю достанется просто потрясающий набор подарков. Это брендированная ручка, блокнот и кружка. И все это для вас, победители. Но для того, чтобы получить подарок, конечно же, его нужно заслужить. Именно поэтому нужно правильно ответить на вопрос. А вот и он. Они используются пожарными при тушении огня и обеспечивают подачу воды кочагового сгорания. Что же это? Первый вариант – штанины. Второй вариант – рукава. Третий вариант – воротники. И четвертый вариант – халява. Я жду ваши правильные ответы. На 3377 присылайте их. Ну а тот, чье сообщение с правильным ответом прилетит к нам под номером 20, тому и достанется подарок от МЧС. Всем успехов! Включи Овердрайв на Радиус FM. Конечно же, правильный вариант был под номером 2. Рукава. Я поздравляю всех тех, кто на 3377 прислал правильный вариант ответа. Кстати, фактически все варианты, которые прилетели к нам на СМС-портал, были правильными. Вы молодцы. Я даже удивлена, насколько вы осведомлены. А вот правильный вариант ответа, да еще и под номером 20, нам прислал абонент Волком, код 44, а последние цифры номера 87-79. Аплодисменты вам, абонент. И буквально через пару минут к вам прилетит сообщение с нашими координатами, вашими поздравлениями. Приходите за подарком. Ну и, конечно же, всем абсолютно я желаю отличного дня. Ну и напоминаю, что в МЧС служат люди, преданные своему делу. В ежедневных сводках только цифры, но за каждой из них чья-то спасенная жизнь. Поэтому в канун профессионального праздника Минское городское управление МЧС поздравляет всех спасателей с праздником. Здоровья вам желает, карьерного роста, мира и благополучия в семьях, ну и, конечно же, сухих рукавов. Мы присоединяемся с удовольствием. Вам успехов, карьерного роста, терпения и крепчайшего здоровья. Едем дальше. У нас по плану хитовые треки от Fifth Harmony и Робин Шульц вместе с Эрикой Сиролой. Кстати, новинка эфира «Speechless». Овердрайв.